Мост жизни – так называют его жители микрорайона Победа, для которых подвесная переправа является единственной возможностью быстро добраться до города. Старая, шатающаяся, косая и опасная конструкция сегодня является центром притяжения для нескольких сотен человек. Виталий Гонгало, начиная с 1976 года, ежедневно держит свой путь только через эту переправу. За все время, говорит мужчина, мост ремонтировали только раз. Но нам нужен этот мост. Другого моста нет. У нас вырос целый микрорайон, видите. Поэтому обязательно нужен здесь мост. Если не станет моста, что будете делать? Ну, я не знаю, людям придется вплавь перебираться. Летом прошлого года шаткую проблему наконец начали широко обсуждать. Депутат Гордумы Екатерина Щербакова неоднократно направляла жалобы очетинцев в адрес руководителей администрации. Особенно нуждаются в этом мосту жители микрорайона Победы, то есть школы 17. В микрорайоне Победа нету аптек, нету почты, нету больших магазинов. Да? И в основном жителям, даже вот чтобы в аптеку пройти, они проходят по этому мосту. И я знаю, что достаточно много ребятишек учатся в 25-й школе, которая находится на этой стороне берега. По словам исполняющего обязанности председателя городского комитета ЖКХ Сергея Скурыдина, в этом году ремонт моста должен начаться, и уже даже разработана сметная документация. В настоящее время решается вопрос с финансированием работ по капитальному ремонту на сумму свыше 4 миллионов рублей. Анастасия Удовиченко, Евгений Погорелый, ЗАП ТВ.